Ежегодно приемной комиссии филиала Уфимского авиационного университета проводится огромная работа по набору студентов на первый курс. Первым делом все начинается с выпуска издания для абитуриентов. Завершающим аккордом являются вступительные испытания и подведение итогов по приему. Приемная комиссия начала свою работу с 20 июня. Набор на очное отделение подошел к концу уже сегодня, а на заочное продолжится до 19 сентября. Мы набрали успешно студентов, все, практически все на бюджетной основе, у нас только несколько человек на коммерческой. Вот. Из них иногородних 48%, и в этом году, как ни странно, у нас оказалось достаточно мало девушек, их всего 11%. Набор мы делали на стандартные наши направления: электроэнергетика, электротехника, машиностроение, информатика, вычислительная техника. Сейчас мы ведем работу по набору на заочное обучение. Одна волна уже экзаменов у нас прошла, тестирование в частности, вторая волна будет на этой неделе, вот как раз с пятницы, и последняя, третья волна с 5 августа. Поэтому и фактически последний срок сдачи тех абитуриентов, которые хотят на заочное, но не имеют экзамена, это будет 5 сентября.